Бэтмен с нами. В новой версии темной игры мы становимся немного другими. И это сказано еще довольно нетвердо. Фицхук стал Бэтменом, наша милейшая блондинка заделалась женщиной-кошкой, а я определился Джокером. Выходя из комнаты, Бэтмен плащом задел вазу с георгинами, и она разбилась безвозвратно. Кусочки личности раскиданы по паркету прошедших иллюзий. Джокер, то бишь я, с издевательской ловкостью мешает встрече женщины-кошки и Бэтмена. Эта латексная леди, применяя всяческие кошачьи уловки, собралась затащить летучего мыша на крышу. Но Джокер для начала лопнул все шины Бэтмобиля, а дальше, дико хохоча, занял его место в последнем такси у речного вокзала. Бэтмен такой наглости явно не ожидал. Он устроился работать охранником торгового комплекса рядом с кинотеатром. Женщина-кошка пригласила его на фильм, но Джокер, то бишь я, расстроил их свидание, похитив полную кассиршу прямо с рабочего места. Бэтмен был разочарован. Он уволился без выходного пособия, ведь он богат, и решил стать детским артистом, клоуном. Женщина-кошка зализывала раны после вчерашней встречи с Джокером, который был крут, груб, но приятен. Она наткнулась на объявление в телевизионной газете «Детский артист Бэтмен устроит вам замечательный праздник. Дайте сигнал прожектором в туманное небо. Ночи и счастье плащом свалится на вашу голову. В будние дни скидки». Женщина-кошка примчалась в участок, где куча копов поедали кучи пончиков, захлебывая их добротным крепким кофе. Она пробралась на крышу и подала бы сигнал. В небе метнулся силуэт летучей мыши. Уже в следующее мгновение детский артист Бэтмен красиво стоял перед своей заказчицей. Женщина-кошка стала игриво приближаться к Бэтмену, который собрался было зачитать свой прейскурант цен. Как вдруг из-за блоков вентиляции появился Джокер, то бишь я, и, весело улыбаясь, подкинул ему мысль о карьере стриптизера. Женщина-кошка была просто счастлива от восторга. Ей идея Джокера нравилась все сильнее и больше. Разрезанный намеками улыбок смех. Колода карт взлетает в небо ночи. Ветер развеет их над Готэмом. Задаченный Бэтмен в спешке покидает крышу полицейского участка, обдумывая сложности своей новой профессии по ходу действия игры. Я, то бишь Джокер, сижу напротив приятной девушки в своем родимом офисе. Стол у окна, чудесный вид на город. Но это больше не мое место, а ее. Дело в том, что наша контора решила расшириться, и шеф пригласил на работу толпу безмозглых студентов. Они молоды, красивы, уверены в себе, их тут теперь полно, таскают для себя новую мебель, устраивают свои рабочие места. Я ведь 4 года был абсолютно один, очень круто справляясь с делами, а сейчас меня вроде как заменили половиной колоды. Еще эта тепленькая леди сидит передо мной за моим бывшим столом, учтиво улыбаясь. Злая печаль хватает меня за сердце. Я ору на безучастный офис, слегка понизив звук, стараясь лишь смотреть в ее смущенные глазенки. Вы ни черта тут не сможете. Я отшутил здесь не один год, и ведь именно я придумал нашу кредитно-карточную систему. Пара необстрелянных новичков тащат мимо нас кофейный аппарат, а я продолжаю орать. Кто предотвратил инквизицию муравьев? Я, ребятки. А еще я сжигал все мыло в мэрии. Я ретушировал лед на бамбуковой ферме. Выбрасывал крысоящеров из лифта, брился в автобусе, не боясь шокировать пассажиров. Именно я приструнил гитару трехрукого Эдди. Прикончил Кракена не я, но собирался это сделать. Засвидетельствовал свое роскошество на верхушке пасхальной башни, скопировал Джоконду на мавзолей, прорвался сквозь толщу старых пакетов, закрывал пантер за собой, пел слишком красиво, только лишь я смог украсть миллион из телевизора, искалечить собственную тень. Переночевать на баскетбольном кольце, разобраться с чудесами. С вами не будет стабильности. Вы не продержитесь здесь и недели, говорю я им всем, выметаясь из офиса. По пути к лифтам меня тормозит женщина-кошка, ехидно смеясь над своим увольнением. Я ей сообщаю, что и меня вытеснили с работы куда подальше. Мы выходим на улицу, прекрасный теплый год, там жаркий день. Идем с ней тырить спички. Да тут недалеко, буквально через двор. За нашим небоскребом открытый склад, бессмысленные ящики, в которых коробки. Я собираюсь все это сжечь, но появляется Бэтмен чересчур своевременно. Женщина-кошка бросается в его объятия, довольно хитрый ход, который позволяет мне уйти за пивом в ближайший ларек. Купил, что выпью. Отправился домой, пусть без меня, то бишь Джокера, решают свои пристрастия. Я временно безработный, я в отпуске. Через пару недель женщина-кошка забирает из прачечной наши костюмы на Хэллоуин. Бэтмен встречает ее, помогает погрузить все в Бэтмобиль.
Я сижу на неудобном сидении сзади, любуюсь светом их отношений. Мы едем по Готэму, вечер тепло. У здания речного вокзала на дорогу перед нашей машиной выходит двуликий парень в желтом. Я, то бишь Джокер, смеюсь над собственной гримасой и страха. Бэтмен благородно избегает столкновения. Двуликий палит по Бэтмобилю из Desert Eagle 44 Carbon. Безрезультатно. Я в шутку проверяю сохранность наших вещей, костюмы чисты и приятны. Женщина-кошка включает радиоволну, обманчиво, случайно. Желтый голос Двуликова рассеивается по салону светом, осенний акцент гипнотической правды. Мы слушали его откровения минут 15, а после я переключил на рок-волну.